Всем привет, мои дорогие! Всех мусульман поздравляем с праздником Курбан-Байрам. В Турции начались праздничные дни. Вчера, по-моему, был, да, первый день Байрама, вчера. Сегодня же второй день Байрама. Но мы особо как бы никак не празднуем. Обычно все турки едут отдыхать в эти дни. По-моему, сделали 9 дней праздников, сколько я помню. Но мы, во-первых, не любим ездить никуда на Байрам, потому что просто нереальные везде пробки. Это самое главное. Все забито, очень много людей, не протолкнуться. Мы как-то уже сделали эту ошибку, поэтому больше не рискуем. Мы поедем отдыхать после Байрама, как раз, когда будет так поспокойнее. Вот. А во-вторых, да, у мужа обычно нет отпуска. То есть обычно как? Официально просто у всех праздничные дни, ну, у большинства. Но некоторые фирмы, и фирма моего мужа в том числе, работают, поэтому... У него как бы официально праздников и выходных в эти дни нет. Ну, он мог бы взять, но, в общем, он не стал. К нам только что приходила соседка. Муж открыл дверь, я была в душе в этот момент, и принесла нам мясо с Байрама, Курбана. Это называется кавурма. То есть вот когда Курбан режет жертву, да, часть мяса вот так вот сразу готовят долго-долго. Называется кавурма. Ну, это что-то типа вяленого, нет, не вяленого, тушеного мяса. Если по-нашему, вкусненько сделали. Ну, честно говоря, незнакомая соседка принесла, мы даже не знаем, кто это. Я не знаю, муж говорит, что семейная пара, вот, по этажам просто ходят, раздают. Ну, поэтому вот они так мало принесли в таком лоточке, да, маленьком. На самом деле у нас 17 этажей, попробуйте всем раздать. Ну да, пусть половина нет дома, конечно, в разъездах. Вкусно. Но все равно, да, молодцы раздают. Ну, потому что по исламу нужно треть раздать бедным, треть знакомым родственникам. И треть курбана жертве можно оставить себе. Ну, вот это, наверное, треть, которая знакомым родственникам. Всем еще раз привет, мои дорогие. Я здесь в машине с клеткой, как видите. Все дело в том, что мы едем мужа к родителям в город Текирдаг. Всей семьей взяли с собой кончик. Не себя там или нет. С кончиком вот едем, потому что мы же с мужем уезжаем в конце недели. Отпуск. Ну, в общем, все, я просто думала, пока говорила, рассказывать вам или нет, куда именно. Ну, все увидите, наверное. Пусть будет сюрприз. Мы уезжаем с мужем вдвоем. И. Естественно, что за пончиком нужно следить. Да. Балуется он на переднем сиденье, да, Мира, что тебя оставляет? Мира остается с бабушкой. И пончик остается с бабушкой. Где ты, пончик? Попочка вот так. Ну, на самом деле, вот меня, кстати, спрашивали в комментариях, сложно ли ухаживать за морской свинкой. И я могу сказать, что нелегко. Вы не можете уехать и оставить ее вот так просто. Во-первых, ей нужно каждый... день. Ты вылезешь, пончик? Нет. Каждый день давать зелень маленькую. Свежую зелень. Потом водичка, естественно, у нее заканчивается. Она выпивает вот это все за один день, когда жарко. Корм нужно подсыпать, сено, менять опилки. Ну, опилки я меняю где-то раз дней в 5, потому что клетка большая, ну, по мере загрязнения. Но, тем не менее, конечно, все это нужно делать. И так просто уехать и оставить мы не можем. Мира, а ты хочешь к бабушке? Знаешь. На самом деле, она хочет к бабушке, точнее, там, смена обстановки, но без нас оставаться не хочет, да, Мира? Да. Понял. Хорошо, да. Ну, он настолько знает. Просто дело в том, что это Мира первый раз так надолго остается без нас. Я, конечно, тоже переживаю, но надеюсь, что она умничка, взрослая у меня, да, Мирунь? Все будет хорошо. Она без нас справится. Потом расскажу вам, почему мы ее не взяли, но будет же у нас Мира отпуск еще с тобой. Мира на нас не обижается, да, Мира? Потому что ты на нас не обижаешься? Потому что будет у нас еще один отпуск в отеле. Обижаешься? Так мы же в отель потом с тобой поедем. Все равно обижаешься. В общем, через месяц мы поедем еще все втроем в отпуск, и там уже конкретно в отель, горки, бассейны, все, как она любит. А сейчас боишься, ты в прошлом году постоянно каталась. Ну, потому что это не утонуло.
В общем, этот отпуск ей будет сложновато с нами, поэтому мы ее не берем. А вот следующий обязательно. Смотрите, какая пробка. Мы же едем в Текирдаг, а сегодня последний день Байрама, все возвращаются назад, потому что многие завтра работают, и вот это все, они стоят. Машины не едут, чтобы вы понимали. Так очень-очень медленно едут. Барим, мы все начали. На баре, да? Ушел в Текирдаге. А вы это свой будет в Текирдаг. Кулаки, конечно, в той стороне от Текирдага. Чего бы ушел в Текирдаге? Чего? Потому что там же море и... На Текирдаге там Мэнкер. Дачи. Возвращаются. Ну, по свободной дороге, в принципе. Посмотрим, как они будут возвращаться через пару дней, не знаю, шуборчик. Доброе утро. Что здесь на утренней? Утреннем шопинге. Потом позавтракаем и пойдем на пляж. Хотим сходить на пляж. Вчера ничего не снимала, но по гостям ходили. Да, Мирунь? Да, Мирунь, говорю. Так, мы купили здесь воды. У Свёкра фильтр уже все. Надо менять. И вот такой вот арбузик взяли. Посмотрим, будет вкусный или нет. Сколько килограмм? Вон тут. Мы перед пляжем еще зашли в магазин. Уже позавтракали. Мира, что ты будешь? Айсти. О, кенди на голове садись. Капот там. Закрывай. Шефтали, вот шефтали мы стоим. Йок, о, лимон отсюда. А мам, бельки, сиджак товар. Что еще будем брать? Чипсики взяли. Давай нам тоже что-нибудь возьмешь. Не знаю, правда, что. Тогда? Баба туда ушел. Ну ладно. Не знаю, ничего. Я видела, да, что. Ладно, чипсы нет. Мы приехали на пляж. Думали, сегодня люди вообще не будут, но смотрите. Мои любимые булочки продают. Людей все равно много как-то. Хотя сегодня уже не байрам. Ничего. Вода, видите, какая-то в одном месте, вот там грязно. Сюда водоросли прибило. Сейчас попробуем водичку снять. Нет, нормально. Ну, не холодная прямо. Это порт. Текирдаг. Длинное-длинное побережье. Даже носят булочки всякие, вот хоча. Это тоже турецкая булочка продают. Как у нас там, типа креветок, еще что-то такого не найдете. Вот. Мира тут в песочке играется. Да, Мирунь? Я хочу на море. Хочет опять на море. Сейчас пойдем снова. Ем она. Так, ну что, мы открыли сегодня пляжный сезон. Видели, как покупались, но вода была не очень чистая. Бывает там, в этом месте, что... Бывает, что в этом месте вода была грязноватая. Ну, все равно мы покупались там, когда лучше заходишь, там косая, в общем, нормально. Мы еще, кстати, нашли с Мирой денежку, да? Были небольшие волны, мы заходили как раз в море. Я смотрю, что там такое розовенькое плавает, на дену бумажка какая-то. В принципе, мусора было немало. Я сказала маме,
Да, я такая, ну, как бы про себя подумала, ну, похоже на деньги. Но там точно не было видно. Но Мира мне говорит, не-не, типа, пойдем. Мы зашли чуть глубже, а потом что было? Ну, ты опять туда пошла, типа? Да, я вернулась, думаю, не, я все-таки вернусь, посмотрю, выловлю. Ой, выловлю эту бумажку, посмотрю, что это. Я потом сказала маме, да, это деньги, типа, это 10 лир, типа, да, сказала. Да, 10 лир, потому что уже розовые. А это и кинс. А это оказалось 200 лир. Потом мы спросили моего папы, что типа это твоя денежка или нет. Он сказал сначала, да, моя. Он думал, что он положил в шорты. Нет, он думал, что он положил себе в купательные шорты, и это у него выпало, потому что мы сзади не ушли. Он такой, о, да, да, потом пошел на берег посмотреть. Это не его. Да, это оказалось не его. Так что вот так вот мира, в мире такие, это, море дало на расходы, в общем, подарило денежку, да? Сейчас же Байрам был, и вот как раз деткам бережку, да, старшие дарили. А нам только Ой, ну, хватит тебе 300 лир. Вот еще 200 тебе море подарило. Получилось аж 500. Всего лишь. Ничего себе, всего лишь. Ну, каждый раз... Ого, ну каждый раз. Это был Рамазан Байрам, тут другой был Байрам. Каждый праздник так одинаково же не получится. Что ты будешь покупать себе? Деньги? Угу. Не знаешь? В общем, сейчас мы едем в Текиру. А у вас сад у нас, да? Типа в мире шлёпки посмотреть. Я покупала в прошлом году. А я хочу мороженое. Маленькие, наверное, даже. А у меня будет морожка. Дай ему. А, жетон де. В общем, сейчас поедем там прогуляться, а потом еще поедем к старшей сестре мужа в гости. И завтра, скорее всего, мы поедем домой, и Мира остается с бабушкой на недельку. Да, Мируня? На набережную. Смотрите, какая красивая луна сегодня. А вот эта вот дорожка лунная называется по-турецки одним словом. Ой. Называется якомос. Это уникальное турецкое слово, оно даже в каком-то конкурсе выиграла. Мира, знаешь, как называется вот эта лунная дорожка? Якомос. Я не знала. Муж берет кукурузку на мангале. Вкусненько. Все так жарится. Сенсей, чеснок, белюр. Вкуснятинка. Вот бая мусор. Вот так в Турции жареную кукурузку продают. Ну и вареную тоже. Мира вареная, да, Мирюнь? Вкусно? Муж купил жареную, но я не очень люблю, но так, для разнообразия. Вот такой ночной базарчик есть на набережной. Мира себе купила. Мира, что купила себе? Целый пакет всяких штучек интересных. Вот что-то книжка у нее. Книжка, кстати, про то, как мальчик стал ютубером. Мира сразу схватила, ей понравилась тема. Там закладки у нее, блокнотик. Такой базар. Тут много подделок, кстати. Есть что выбрать. Но дешевле 100 лир ничего практически нет. В принципе, вот обувь по 200. Какие вот это цены. А, собачка там. Игрушки даже продают. 400 есть, кроксы. Думаю, они настоящие, а? Ага, Микки Мауса повесит. Да. Кто фиолетовый? А, да. Еле муж не выдержал, не смог пройти мимо кокореча. Это мое самое нелюбимое блюдо. Кишки на вертеле с начинкой. Так это выглядит, все. Запах, конечно. Кишки, сами знаете, как.
Так, вот. Амира купила очень красивые заколочки. Показывай-ка. Сама увидела где-то. Очень красиво так смотрится. Покажи с другой стороны тоже. Вообще обалдеть. Можно еще так две рядом сделать будет. Ты что, Мира, делает здесь? Заполняет вот такую штуку, будем покупать вафли. Нужно заполнить, чем мы хотим вафли. Все это для дяди отдай. Смотрите, тут такое прям место. У них есть и кумпир, это крошка-картошка, типа вафли, мороженка и вот касса. Мы заполнили, сейчас будем ждать. Такая даже фотозона у них. Мама, что значит «Мюллер»? «Мюллер»? Не знаю, что это у вас просто. Мира за эту надпись спрашивает. Вот начинки для вафли. Вафлю делают такой машины. Вафельницы. Это для вафель, а вот там для кумпира. Он кумпир делает. Это твое дело? Надо твое имя. Чего? Тебе скажешь. Мам, подержи теперь. Да, я сниму. Это не мое. Твое большое. Это твое. Да, мое. Тарточку вот я не ложила, это не мое. Может, просто так добавлю? Наверное, просто так добавлю, потому что я... Ben ekstra aldım. Biz de yiyeceğiz ya. Ver bakayım. Baştan kızım yesin.